экологическую угрозу представляет и повседневная жизнедеятельность человека. В реку Иркут могли попасть фекальные массы из-за неисправной системы очистки стоков в бурятском селе Кырен. И этот факт, безусловно, волнует и жителей нашей области. Зловоние ощущалось на протяжении полукилометра ниже по течению, сообщили местные экологи. Они опасаются загрязнения грунтовых вод. Тонны отходов угрожают испортить воду в скважинах. Опасную жидкость с личинками паразитов и бактериями рискует получить по 1500 человек в селе. Ниже по течению располагаются еще несколько населенных пунктов, в том числе нашего региона. Местному населению напоминают, водозаборов и официальных мест для купания на Иркуте нет. И хоть вероятность заражения воды на территории нашей области невысока, использовать ее не стоит до момента, пока очистные сооружения не приведут в порядок. По данным бурятских властей, процесс ремонта в самом разгаре. На сегодняшний день электромотор насоса компрессора, который обогащает фильтры биологической очистки кислорода, установлен, протестирован. В настоящее время осуществляется промывка, непосредственно процесс очистки. Проверки на безопасность водоемов Иркутской области периодически организует Роспотребнадзор. Информация об итогах доступна на сайте ведомства. Мониторинг качества воды чаще всего проводится перед началом купального сезона и в местах массового пребывания людей. Круглогодично микробиологические и химические показатели жидкости отслеживаются на водозаборах. Массовые жалобы населения чаще всего отмечаются в Бодайбинском районе. Там во время паводков на Витиме вода из-под кранов становится очень мутной, и ее на время прекращают использовать в пищевых целях.